Вчера в течение дня во многих городских пабликах и соцсетях пестрила информация о том, что разыскиваются школьники, которые устроили акт вандализма, так скажем. Вот та самая остановка в районе Кати Перекрещенко, в районе детской поликлиники. Вот те самые записи, которые сделаны были, судя по всему, маркером. Детская шалость, которая переросла в серьезное правонарушение. Все произошло вечером в понедельник 1 ноября. Камера видеонаблюдения, установленная на жилом доме недалеко от остановки по улице Кати Перекрещенко, зафиксировала подростков, один из которых маркером изрисовал остановочный пункт. Отметим, незадолго до факта вандализма павильон был отремонтирован и покрашен. Спецавтобазы ЖКХ, в ведении которой находятся остановочные павильоны в нашем городе, которые, собственно говоря, обслуживают и красят их, и содержат, и ремонтируют, они написали заявление в полицию на розыск виновных лиц. Соответственно, виновное лицо было установлено, был налажен контакт, в том числе и с родителями. Сегодня, насколько знаю, в спецавтобазу уже приходил отец этого мальчика. И, значит, там решались вопросы по компенсации того ущерба, который был причинен спецавтобазе ЖКХ. То есть компенсация может быть либо в денежном, либо в натуральном выражении. Но самое лучшее, я считаю, компенсация вреда, если этот мальчик сам ликвидирует эту надпись, и это ему запомнится на всю оставшуюся жизнь, как неудачный урок вот такого, такого своего проступка. Кстати, найти подростка удалось с помощью неравнодушных абаканцев. Они узнали мальчика на видео с камер видеонаблюдения и сообщили в полицию. Так как подростку нет 16 лет, то административная ответственность ему не грозит. По данному факту с ним и его родителями проведена беседа профилактического характера. Подросток все осознал, в содеянном раскаивается. Также установлено, что надпись – это просто набор букв, и никакой противоправной направленности она не несет. В дальнейшем будет решен вопрос о постановке либо не постановке на профилактический учет в ОДН города Абакана данного подростка. Надежда Савельева, Андрей Аралов, новости.